Вся продукция дешевле. Самая дешевая продукция — это дагестанская продукция. А почему так получается? Потому что она находится, самая южная республика, вот, как бы избиток солнца, и растет как бы продукция вот такая вот. А качественная. Сейчас горожане опасаются то, что продукция с югов, она там напичкана нитратами, напичкана там всякие. Такое? Бывает? Ну, бывает, может быть, ближе. Я бы сказал, ближе к Чебоксарам городам, Саратовской, Волгоградской, ну, там южные города, они менее напичканы. Наоборот, меньше нитратами, там, да. Удобрения, да. Там это, самое, жарище, вполне хватает, там, жара, тепло, там наоборот, удобрений надо. Ну, арбузы сейчас можно покупать уже? Конечно. Вот, за вопросу, сам, надо спрашивать дагестанский арбуз. Вот пусть меня покажут по телевизору, пусть ко мне подходят. Вот у меня самые качественные арбузы. А, хорошо, вот. Простой вопрос, картошку какую брать? Картошку надо местную, у Журавлева брать, у Журавлева. Если Алик такой предприниматель, вот у него и надо брать. Самая качественная у него продукция, я знаю его. Хорошо.